Добрый день, друзья. Добрый день всем. Продолжаю серию репортажей из нашего экзотариума. Друзья, хочу вас познакомить с интересным обитателем террариума. Это садовый удав. Вот, он сейчас находится в такой интересной позе. В естественной среде он таким образом высматривает добычу. Вот. Питается различными мелкими древесными млекопитающими и птицами. Реже поедает ящериц. Вот. Предпочитает влажные тропические леса, редколесье, кустарники. Активность ночная. Вот. Это древесный вид. На землю опускается очень редко. И действительно, вот сколько он в террариуме находится, он постоянно вот на этих веточках. Вот. Ну, а в качестве убежища используют дупла, разломы коры, ну, или брошенные птичьи гнезда. Вот так вот. Вот сейчас он, скажем так, в позе... В режиме поиска. А не поохотиться бы мне, да. Ну, мы сегодня будем кушать, поэтому я думаю, что он дождется своего ужина. Смотрите, вот последние два полукольца, они ни на что не опираются, он просто... В такой позе завис. Видите? Напрягся. И если увидит добычу, да, сразу за счет вот этих полуколец он распрямляется и хватает ее. Моментально. Красивый на вид. Симпатичный, да. Но очень-очень опасный. Ну, для тех... Для людей он не опасный, конечно. Для людей не опасный. Для тех, кого он может употребить в пищу, он, конечно, опасный. Ну, да. Враг. Вот, смотрите, крупным планом. Открывать мы, конечно, боксик не будем. Не стоит, да, потому что он сейчас в режиме охоты. Посмотрим его через стекло. Прекрасный змей, но голова... Потрясающе. Так что, друзья, зоопарк ждет вас. Всем хорошего дня. Ксюша, спасибо за прекрасный репортаж. Пока!